Приветствую вас, и ваш вопрос заключается в том, значит, что делать, если девушка сказала, что у нее пропали чувства. Что делать в этом случае? Звучит ваш вопрос. Вот. А я думаю, что ключевым аспектом данной ситуации является то, что, скорее всего, у вас есть какое-то, ну, какое-то однообразие в отношениях, скорее всего, у вас есть какие-то в отношениях, может быть, проблемы, может быть, какие-то шероховатости, вот, которые надо бы подкорректировать вам, вот, и возможно, девочка пытается вам, ну, что-то донести, то есть она пытается донести, например, что ее, допустим, что-то не устраивает, вот, она пытается донести, допустим, что ей что-то не по душе, вот, она пытается донести до вас этот момент. Вот, ну, делает в итоге таким вот способом, да, ну, несколько таким странным способом, да, то есть она показывает вам свое, условно говоря, какое-то вот, может быть, недовольство, да, может быть, она показывает вам свои какие-то сомнения, да, вот, относительно вас, то, что вы ее можете где-то как-то, значит, ну, беспокоить, то, что вы можете ее где-то как-то не слышать, волновать и прочее, прочее, прочее. Вот. То есть это как раз такая достаточно важная история, если мы говорим о том, что у вас в отношениях сейчас происходит, ну, с девушкой. И нужно, на мой взгляд, больше внимания стараться уделить именно ее переживаниям, ее чувствам, значит, ее эмоциям, ее желаниям, то есть вот ни в коем случае, да, тут не рекомендуется посягать там на ее, допустим, свободу, на ее какие-то решения,
на ее какие-то действия, вот, и так далее. А для, скажем так, более, для более чистого, для более чистого, если можно так выразиться, отношения к ней, лучше будет, если вы разберетесь с тем, какие у вас есть желания, да, какие у вас есть потребности, то есть как вот вы, как вы, значит, связаны с девушкой по своим потребностям, по своим каким-то ожиданиям, вот. И для вас, конечно, лучше будет, если вы вот эти моменты, да, если вы эти моменты, ну, скажем так, уберете. То есть, если перестанете, грубо говоря, ждать от девушки ну, какой-то реализации своих, допустим, интересов, да, своих, допустим, потребностей. Вот. И вместе с тем, да, обратите внимание на то, куда, ну, например, на то, например, чего она сама хочет, что ей самой, ну, самой нужно. Вот. То есть это очень такая важная история, это очень такая важная позиция для вас, потому что вполне вероятно, что, ну, девушку свою слышать вы перестали. Такое бывает, такое случается, особенно если, ну, в отношениях вы уже там приличное количество времени, вот. И в общем, ну, может такая ситуация быть, что вы вот как-то упустили из вида, да, упустили из вида ее, например, ну, ее желания, да, ее какие-то вообще потребности, ну, короче говоря, привыкли, просто привыкли к тому, что она с вами рядом. Просто привыкли, значит, к ней. Вот. А она эту привычку вашу к ней вполне может воспринимать как, ну, как собственное обесценивание. То есть то, что вы ее стремитесь обесценить таким образом. Вот. Что, конечно же, является неправдой, вот. Но она вполне себе может так думать, к сожалению. Вот. Поэтому от данного аспекта я рекомендую вам отталкиваться в том числе, потому что в противном случае вы рискуете, ну, например, свою девушку, допустим,
потерять. Элементарно, банально потерять. Вот, если вы не хотите, чтобы этого случилось, я уверен, что не хотите, вот, то лучше будет, если вы, значит, ну, уже сейчас более пристально начнете за ней, значит, ну, не наблюдать, конечно, вот, наблюдать это не очень хорошее слово, вот, но, по крайней мере, какие-то идёт, ну, повнимательнее, просто повнимательнее к ней, скажем так, относиться, да, вот. Особое внимание ваше обращаю на то, как конкретно вы, например, допустим, ну, как конкретно вы, например, реагируете на, ну, отреагировали на это, то есть на то, что вот она отказалась, скажем так, вместе работать над отношениями. То есть, ну, продемонстрировала вам, там, условно говоря, свое, значит, нежелание дальше над отношениями работать. Вот. То есть, как вы это восприняли? Это очень важная история, вот, потому что от этого достаточно много чего зависит, вот, так что очень бы хотелось, чтобы вы как можно внимательнее к этому подошли. В целом, трагедии из этого делать не надо. За два года отношения вполне могли впасть в определенный кризис. Вот. Так что я полагаю, что ничего страшного не случилось. Здесь, по крайней мере. Вот. С другой стороны, имеет смысл пересмотреть свою деятельность, имеет смысл пересмотреть свою направленность своей активности. Потому что если девушка для вас стала чересчур важна, если в своей жизни без нее вы не представляете, то это говорит о том, что вы вполне вероятно от нее зависимы. Вот. А в таком случае мне опять же видится, что в этом смысле нужно ее значимость для себя снижать. Потому что в противном случае слишком сильно она будет влиять на вас, на ваше поведение, на вашу жизнь, а чувства действительно могут пройти. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!